На дорогу к микрорайону Орбита губернатор тоже пообещал привести в порядок. Она примыкает к новой развязке, но не имеет даже нормального тротуара. Чтобы пройти по единственному въезду в огромный микрорайон, нужно идти по обочине. Так ходят и взрослые, и дети в районную школу. Жители уже несколько лет пишут в разные станции, чтобы добиться нормального прохода. Сложность здесь в том, что дорога зажата между домами с одной стороны и территорией Сибирского федерального университета с другой. Места под тротуар просто нет. Чтобы оно появилось, СФУ должен передать несколько метров земли городу, а город принять ее. На этом этапе все и буксует. Поскольку глава края одновременно и президент Сибирского вуза, наш корреспондент спросила у него о судьбе дороги. Всех спрашивала уже, может ли знать. Когда-нибудь уже СФУ и город договорятся, и там появится пешеходная дорога цивилизованная. Потому что дети ходят по обочине, как в деревню. А, знаете, СФУ, наверное, должен представлять я, потому что я его президент. А вот город, когда он договорится со мной? Уже договорились, считайте. Хорошо. Какие варианты? Да, давайте действительно сделаем. Спасибо, что вот на это внимание обратили. Пройдем, ну вот согласился с просьбой университета глава города по вашей инициативе.